Вторник лечу в Канаду, сегодня поднялась температура. Что почитать, чтобы к вылету стало лучше? Начала пить антибиотик. Используйте метод патрула Далкара. Начните в течение дня 5-6 раз очень активно дышать. Помните, открываете рот, широко расставляете ноги, стоя, начинаете раскачиваться, не отрывая пятки от земли, с открытым ртом, для того, чтобы происходило диафрагмальное дыхание, как бы дыхание само по себе. Засеките, проводите его по одной минуте 10-15 раз в день и сможете очень быстро выздороветь. Как это работает? Когда появляются вирусы, то лимфосистема, которая отвечает за перенос лейкоцитов, а также всех клеток лейкоцитов, таких как лимфоциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, интерлейкины и так далее, это все должно нашей лимфой подноситься и максимально реагировать на те заболевания, которые возникают, особенно вирусные. Но очень часто лимфосистема, она не может с этим справиться, потому что вирус гораздо активнее, а движение лимфосистемы приостановлено. И вот такое дыхание с качанием диафрагмы может помочь более активно лимфу двигать. И это обеспечивает еще и выздоровление, улучшение общее и так далее.